Сегодняшний день показал, что наш народ готов объединиться, готов добиться перемен, готов добиться изменений. Я хотел бы поблагодарить всех наших сторонников, которые сегодня вышли на площади, присоединили свой голос, голос протестующих, голос тех, кто хочет перемен, хочет свободы. Сейчас в Алматы, в Астане, во многих городах эти протесты продолжаются. Полиция никак в этот процесс активно не вмешивалась. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.